Во Владивостоке прошел краевой форум Приморского регионального отделения Всероссийского общественного движения «Матери России. Патриотизм как важнейшая нравственная опора государства». Общественная организация «Матери России» – одна из самых активных организаций в Приморском крае, объединяющая женщин, матерей. Вы сами видите, как сегодня активные присутствующие общаются. Есть чем поделиться, есть что обсудить, тем более в такое сложное для нашей страны время. По всему краю проходят мероприятия патриотической направленности, но этот форум особый, потому что здесь присутствовал актив матерей со всего Приморского края. На сегодняшний день они стараются облегчить страдания и оказать помощь тем, кому сложно, семьям, у которых родные ушли на специальную военную операцию. И вот эта вот такая связка сегодня произошла с зала, 130 человек, и с теми тремя ребятами, которые были на экране. Вот такая вот смычка, в хорошем смысле слова, она таком на энергетическом уровне произошла, что наши матери, они не выдержали, они поплакали. Вот, и это нормально, потому что есть энергетическая связь, она существует, и никакие расстояния ее не сломят. Потому что это мощь, это сила, это материнская любовь, которая отдают свои вот мысли, свои искренние чувства и пожелания, чтобы ребята вернулись домой. Вот. И ребята, я думаю, они это чувствуют, и это им помогает. Также на форуме присутствовали женщины, у которых близкие погибли, защищая нашу родину. По их словам, такие мероприятия и движения, как «Матери России», помогают им перенести утрату и попробовать начать жизнь по-новому, чувствуя поддержку неравнодушных людей. Благодаря конкретно Татьяне Владимировне Заболотней, ее движению «Матерей России», они помогают сплотиться, они помогают как-то перенести это все и немножечко направить жизнь наша продолжается, и они помогают нам как-то войти в новую, наверное, в новую жизнь, начать жизнь по-новому, по-другому. С приветственным словом на форуме помимо государственных лиц выступил и участник боевых действий, награжденный медалью за отвагу и двумя орденами мужества Артур Потапов. Он обратился с большой благодарностью ко всем матерям за их веру, поддержку и теплоту, которую они получают от них в посылках и письмах. Также видеопривет передали ребята с линии фронта. Огромное спасибо, огромную благодарность и низкий поклон за вашу поддержку, за вашу помощь. За вашу веру. Спасибо вам огромное. Верьте в нас, в наше дело, в нашу правоту и в нашу победу. Анна Дьякова, Денис Фадеев. Новости на Восьмом.